Мини-Давос в Киеве. Здесь ведущие эксперты, политологи и экономисты говорят откровенно, но между собой. О чем и как, Валентина Левицкая. Фешенебельная гостиница в центре Киева. На два дня площадка для проведения мини-Давоса. Регионального заседания самого авторитетного экономического форума в мире. И все для того, чтобы помочь Украине разобраться, к чему приведут те или иные решения в политике и экономике. Я хотел бы услышать от членов правительства и президента о ситуации в украинской экономике. Поступают разные новости о курсе валюты, валютных резервах, прогнозах роста. Три сценария – условно-оптимистический, пессимистический и реалистический – рассчитывали более 200 экономистов и политиков. Их результаты пока в секрете, а на сайте форума предупреждение. Участники не имеют права разглашать то, что слышали без особого разрешения. Чтобы спикеры предельно откровенно могли высказывать свои оценки и рекомендации, на киевском мини-Давосе ввели чрезвычайно жесткие правила. Видеосъемка во время дискуссии запрещена, и ничего из услышанного нельзя цитировать ни в одном средстве массовой информации. Ничего засекреченного нет, просто такие правила. Здесь все выступают как эксперты. Дело в том, что эти сценарии затем рассматриваются более глубоко профессионалами. И какие-то уже рекомендации даются исполнительным органам власти. Я думаю, что особенных секретов нет, что нужно делать. По-моему, то, что приводит МВФ, это совершенно объективные и давно назревшие вещи. Что будет после возможного подписания соглашения об ассоциации с ЕС, ответа ждали от президента, и он последовал. После подписания угоди про ассоциацию с ЕС, Украина має працювати оновлені підходи до торговельно-економічного співробітництва в межах СНД. На засадах суверенного партнерства, равноправности и взаимной выгоды. Я верю в оптимистический сценарий. Сейчас я вижу здесь невероятный потенциал. В ближайшие несколько недель будут приняты важные решения. Сегодня обсудили предварительные сценарии. Уточненные варианты уже с учетом результатов Вильнюсского саммита Украина представит в швейцарском Давосе в январе 2014-го. Валентина Левицкая, Алексей Шматов. Подробности телеканал «Интер».